Новости на государственном телеканале «Западная Армения». Здравствуйте. Короткий обзор новостей на сегодня. Церемония поминовения жертв геноцида против армян в Бруне. Предвыборная кампания кандидата в депутаты Национального собрания Западной Армении. Осквернение и уничтожение венка Национального совета Западной Армении в Лионе. Уроженцы Западной Армении Тигран Тахта. О проблемах Западной Армении. В Вашингтоне обсудили гуманитарную ситуацию, созданную в результате незаконного блокирования Бердорского коридора Азербайджана. Спустя 30 лет Арцах стоит перед угрозой. Уничтожение народа Арцаха – часть государственной политики Азербайджана, МИД Арцаха. Во французском городе Брон министр иностранных дел Западной Армении Лидия Маркусян выступила на церемонии поминовения жертв геноцида, совершенного против армян. «Дорогие соотечественники и друзья, во-первых, хочу поблагодарить вас, в частности, мэра Бронна господина Джереми Брео, который ежегодно с достоинством проводит поминальную церемонию в Броне в память о 2 миллионах жертв геноцида, совершенного против армян в Западной Армении, как недавно напомнил президент Оверн-Рон-Альп господин Лоран Вокье. Память актуальна, поскольку начавшаяся в 1894 году и продолжающаяся до 1923 года программа уничтожения армянского народа длиною в 30 лет не прекратилась и поэтапно продолжается. Так действует программа по истреблению армянского населения на коренной территории армян. В результате агрессивной войны, развязанной турецко-азербайджанскими вооруженными силами против армянского населения в Арцахе, в 2020 году погибло 5 тысяч человек, 10 тысяч получили ранения. После массовых погромов 1920 года в Шуши сегодня Азербайджан продолжает политику этнической чистки армянского населения Шаумянского, Карвачарского, Кашатакского, Капанского районов, планирует продолжить преступления, совершаемые против человечества в отношении армянского населения Сюника. Хочу еще раз поблагодарить мэра и всех участников церемонии за увековечение памяти погибших, за свободу и право на существование. Вице-президент Национальной ассоциации армянских ветеранов и бойцов сопротивления, министр иностранных дел Республики Западная Армения Лидия Маркусян. Полное выступление Лидии Маркусян доступно на нашем сайте. 4 мая 2023 года в 20:00 по французскому времени и в 22:00 по ереванскому времени состоится 9-я предвыборная кампания кандидатов в депутаты Национального собрания Западной Армении ЗУМ на армянском языке. Тема встречи – гражданство Западной Армении и парламентские выборы. 24 апреля 2023 года в 11:00 в Национальный день памяти жертв геноцида, совершенного против армянского народа, на площади Антонина Понсе, министр иностранных дел Республики Западная Армения, вице-президент НАКАС госпожа Лидия Маркусян организовала церемонию возложения венков перед памятником геноцида в Лионе. В присутствии нескольких граждан Западной Армении во время выступления 16-летней Амалии появился некий Леонардо Басмаджан, который не только мешал девушке, но и пытался заняться рукоприкладством по отношению к госпоже Лидии Маркусян. Затем, сорвав венок Национального совета, выбросил цветы в ближайший мусорный бак. Все это записано на телефон в присутствии журналиста Le Progrès, который стал свидетелем этой сцены. Автор этого подлого поступка Леонардо Басмаджан вновь агрессивно повернулся к госпоже Лидии Маркусян с намерением выплеснуть яд. По его словам, мотивом постыдного и прискорбного поступка стало то, что церемония не была объединена с другой церемонией Армянской ассоциации Леона, которая планировалась на 5 часов вечера. Это было сделано без учета, что госпожа Лидия Маркусян также была приглашена в 17:00 на церемонию в Броне. Это результат расовой ненависти к армянам Западной Армении, которая продолжается и по сей день. Президент Арменак Абрамян, узнав об этой ситуации, отмечает, что и сегодня во Франции армяне и Западная Армения могут подвергаться физическому насилию. Президент Арменак Абрамян осуждает российский акт и отмечает, что если этот человек дошел до такой крайности и уничтожил венок в память о жертве геноцида против армян, то во Франции под угрозой безопасности членов правительства Западной Армении и всех, кто защищает память. Это насилие, вандализм и осквернение не останется без ответа, был ли он один или у него были сообщники, это мы обязательно выясним. Уроженцы Западной Армении Тигран Тахта. Тигран Тахта известен не только открытиями и объемом работ, наиболее известен тем, что он был учителем Стивена Хокинга, величайшего физика, о котором мир узнал со времен Альберта Эйнштейна. Родился в 1927 году в Англии, спустя годы после геноцида против армян в семье, эмигрировавшей из Британии и Западной Армении. После окончания университета и службы в вооруженных силах начал работать учителем математики в одной из старейших школ страны Сент-Олбанс. Именно в этой школе Тахта преподавал одному из самых известных
известных учеников Стивену Хокингу. Спустя годы Хокинг признался, что не был лучшим учеником Тахты. Он ценил то, что он призвал к анализу и изучению явлений, также подчеркнув, что уроки Тахты не были скучными. По словам Хокинга, Тигран Тахта был стимулом, который побудил его стать профессором математики Кембриджского университета. Должность в свое время занимал Исаак Ньютон. Помимо учителя, он также писал: «Одна из последних книг Тахты – Ассоциация Арарат». Зачастую в турецкой прессе появляются материалы, свидетельствующие, что политика исламизации в отношении оставшихся в разных провинциях армян-христиан Западной Армении не прекратилась, чему способствуют различные слои общества. В одной из публикаций турецкой газеты «Хюриет» отмечается: 53-летний житель села Капаклы Кастамонну Асатур в 2004 году принял ислам, взяв имя и фамилию Ахмета Казероглу. Также поступил и другой житель села, 68-летний Намык Озчелик. К сожалению, в современных процессах по смене вероисповедания армян наблюдается жители Восточной Армении. В 2009 году гражданка Восточной Армении Эрмине Андраникян, выйдя замуж за жителя турецкого города Бурса Эрсене Манте, сменила религию и приняла имя Эмине. По одной из самых сложных аспектов проблем сменивших веру армян, ныне живущих в Западной Армении, является вопрос их численности, поскольку представление четких цифр связано с рядом препятствий. Циркулирующие цифры варьируются от сотен тысяч до нескольких миллионов. Мы же склонны к более сдержанным оценкам. Говоря о цифрах, необходимо провести различие между скрытыми исламизированными армянами и их потомками, между смешанными, что еще больше усложняет проблему. 1 мая в столице США, в Вашингтоне, состоялась встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова. Были обсуждены вопросы, касающиеся ситуации с безопасностью в регионе, процесса урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном. Была затронута гуманитарная ситуация, сложившаяся в результате незаконного блокирования Азербайджана Берзорского коридора. 30 апреля исполнилась 32-я годовщина начала операции «Кольцо», уже само название которой свидетельствовало о ее репрессивном характере. Главной целью операции, проводившейся в несколько этапов с апреля по август 1991 года, было силовое подавление волеизъявления народа Арцаха и создание условий для его исхода из родной земли. С начала 1991 года в Азербайджане практически открыто, на самом высоком уровне, стала регулярно озвучиваться мысль о том, что армяне, если они не согласны подчиняться Баку, должны быть изгнаны с Арцаха. С 25 марта 1991 года азербайджанский ОМОН начал регулярные обстрелы сел Гетташен и Мартунашен. 16 апреля была прекращена подача электроэнергии в Шаумянский район, отключена телефонная связь. 19 апреля личный состав внутренних войск МВД СССР, дислоцированный в Гетташене, был выведен из села. 21 апреля по требованию Баку были запрещены регулярные рейсы вертолетов из Еревана в Шаумян. 30 апреля массированным обстрелом сел Гетташен и Мартунашен началась операция «Кольцо», в ходе которой впервые против мирных жителей были задействованы танки, боевые вертолеты и артиллерия. В результате операции были полностью опустошены и разрушены более двух десятков сел Северного Арцаха, а также Шаумянского, Гатрутского, Шушинского района Арцаха. Операция «Кольцо», отличившаяся крайней жестокостью и массовыми нарушениями прав человека, резко повысила уровень напряженности в регионе и перевела Азербайджан-Карабахский конфликт в военную плоскость. Сегодня мы видим преступления, продолжающиеся 30 лет, которые остаются безнаказанными, в том числе военная агрессия, оккупация территории, убийство, этнические чистки и терроризм на отношении народа Арцаха. Сегодня народ Арцаха вновь оказался в кольце. Более 4 месяцев продолжается блокада со стороны Азербайджана, который, уже официально перекрыв Берзорский коридор, пытается установить незаконный контроль и пропускной пункт в зоне ответственности российского миротворческого контингента. Сегодня мы вновь склоняем головы перед памятью о невинных жертв жестокой преступной операции «Кольцо» и еще раз призываем международное сообщество и в первую очередь Совет Безопасности ООН, несущий прямую ответственность за поддержание международного мира и безопасности, отказаться наконец от протокольных выражений обеспокоенности и призывов к обеим сторонам и принять срочные и практические шаги для недопущения повторения подобных зверств и массовых нарушений прав человека, а также предотвращения геноцидальных и экспансионистских намерений Азербайджана по отношению к Арцаху и Армении. МИД Арцаха. И в завершении новостей послушаем музыкальное произведение.
Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра.